Всем привет, мы продолжаем работу над черепом. Сейчас я хочу более тонкой кисточкой немножко поуточнять все. То есть лучше, конечно, когда уже какой-то такой этап, то уточнять кисточкой, у которой более тоненькое острие. Сейчас скоро будет такой момент, когда я буду особо не знать, чего рассказывать, потому что буду повторять одни и те же вещи постоянно, что вот мы уточнили рисунок, потом подкрасили пятна, потом уточняем тон и по возможности цвет. И так, в принципе, может до бесконечности этот процесс ходить по кругу. Как бы желательно все равно следить за своей точкой, с которой рисуем, чтобы поменьше у нас все гуляло. Постоянно перемещаемся по всей работе, нигде долго не засиживаемся. По каким причинам? Ну, сейчас уже вероятность того, что что-то сильно увеличится по размеру, она уже невелика, но основной момент просто привыкание, да. То есть борьба с привыканием, да, она может заключаться в том, что мы двигаемся по всей работе и таким образом постоянно на какой-то кусочек очередной смотрим как бы немножко свежим взглядом. Так, ну вот, немножко уточнили, ничего, как обычно, непонятно. Вроде уточнили, а как будто и не уточняли. Вот сейчас надо немножко позаниматься будет тоном и цветом, да, посмотреть, может быть, где-то что-то уточнить.
Ну, наверное, на какое-то время нам надо его отложить. Давайте мы его поснимаем чуть-чуть поцентрее. И, наверное, пора начинать нам правую сторону, да, которую мы хотели поделать от пятна.